Всем привет, с вами Безумный Тван, и в этом видеоролике мы рассмотрим, как сделать автоматические фермы на слоновом кактусе в игре Don't Starve Shipwrecked. Безумный Тван представляет. Для того, чтобы это сделать, вам понадобится найти вулкан и, конечно же, отправиться на него. Не забудьте взять с собой немножечко пороха, ну и, конечно, оружие и броню. На самом вулкане ищем по возможности домики дракона, вот так они выглядят, и взрываем их с помощью пороха, чтобы добыть ресурсы для их крафта. Кстати, само сердце, которое является ценнейшим ресурсом, мы можем выбить из самого дракона. Также не забываем нафармить обсидиана с помощью того же пороха, взрывая вот такие красные глыбы. Или можно это делать с помощью вулканического посоха, но это гораздо небезопаснее. Дальше ищем кактусы. Если нашли сухой кактус, удобряем его с помощью пепла и любым оружием раздамаживаем его. С него выпадает колючка и сам саженец кактуса, который можно выкопать с помощью лопаты. Обязательно забираем все. Не выкапывайте сухие кактусы, иначе вам выпадут просто ветки. Также можно найти уже спелые кактусы, которые мы просто ломаем, и также собираем колючку и саженец. Также не забываем нафармить вулканического, пепельного или магмового дерна. После чего отправляемся на базу, скапиваем дерн и высаживаем, который мы принесли с вулкана. На данный дерн уже можно высадить сами кактусы. После того, как это сделали, устанавливаем драконье логово. Его крафт вы видите на экране, а ресурсы на него мы добывали на вулкане. Дальше с помощью пепла быстро удобряем кактусы. Как видите, они сразу наагрились и благополучно убили дракона. Потом удобряем все кактусы. Важно застроить весь дом по кругу кактусами, чтобы драконы не могли выйти за его пределы. Также стройте ферму драконов подальше от того, что может загореться. Сами кактусы, кстати, не горят, что очень круто. Для того, чтобы кактусы на нас не агрились, нам понадобится кактусовая броня. Ее можно сделать с помощью обычной брони и трех колючек кактуса. Надев эту броню, вы сможете спокойно ходить возле кактусов, и они не будут на вас агриться. Если один из кактусов был убит мобами, вы можете его просто выкопать, пересадить и удобрить пеплом. Также, чтобы сделать данную ферму продуктивнее, можем вокруг высадить цветы. Теперь она, помимо всего, будет убивать нам бабочек, которые являются довольно хорошим хилом. Также вместо домика дракона вы можете поставить логово подлого примата, и теперь фармить бананы, навоз и мясо. Также здесь можно установить домик свина или кокон. Только кокон ставьте подальше, чтобы кактусы его не уничтожали. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!